База «Брестская Дюшор номер 3» становится центром проведения республиканского турнира по фехтованию памяти героев обороны Брестской крепости уже много лет. На соревнования, которые открывают зимний соревновательный сезон, традиционно приезжают молодые фехтовальщики из всех областей Беларуси. Все они – ближайший спортивный резерв для национальной команды и сборных своих областей. Эти соревнования проводятся еще в программе Олимпийских дней молодежи Брестской области. То есть с помощью этих соревнований как наши спортсмены, так и спортсмены, приехавшие с республики, готовятся к стартам. Одним из основных – это Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь. Поэтому все, видите, людей много. Это сегодня только два вида оружия. А вообще планируется около 200 участников. То есть не только наши спортсмены, но и спортсмены с республики принимают ежегодно с удовольствием участие в наших соревнованиях. В турнире, который проходит в рамках Олимпийских дней молодежи Брестской области, принимают участие спортсмены от 2002 года и моложе. Спортсмены соревнуются в трех видах фехтования – шпага, рапира и сабля. Задача – проверить свои силы и отобраться на чемпионат Европы и в последующем на этап Кубка мира. Наше брестское фехтование, можно сказать, что находится на высоком уровне. И наша, несмотря на нашу, что мы являемся, как это сказать, не Минском, да, но тем не менее мы в Бресте показываем лучшие результаты иногда, чем минские наши партнеры. Рядом с более старшими по возрасту атлетами – молодежь. Для них турнир – хорошая возможность набраться опыта, проверить правильность тренировочного процесса, грамотно расставить приоритеты на ближайший сезон. К слову, за время турнира каждому из спортсменов Брестской области предстоит провести порядка 15 боев. Они борются за право представить регион на финальном этапе Олимпийских дней молодежи в Минске. Я вообще 2007 года. А тут вообще все 2002-2003 года. И мне очень сложно, сложно фехтовать, но я стараюсь. Очень сложно было. Девочка, я ее знаю, мы уже давно с ней занимаемся. Вот. И я думала, что я не выиграю. Но она выше меня, рука у нее длиннее. Сама удивилась. Завершатся соревнования 30 ноября. Победители и призеры республиканского турнира в личном зачете получат медали, грамоты и сувениры от организаторов, а также возможность представить страну на международных соревнованиях. Ирина Рышова, Эдуард Бакнович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.